В начале апреля труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Ксения Кудряшова обратилась с просьбой о проведении косметического ремонта в ее квартире. Представители общественной палаты обсудили этот вопрос совместно с главой города Леонидом Черкесовым и побывали в гостях у семьи Кудряшовых. Данный вопрос был рассмотрен, он был рассмотрен комиссионно и было принято решение оказания содействия проведения косметического ремонта. На данный момент по согласованию Ксении Сергеевны начнутся работы по проведению косметического ремонта и те виды работ, которые она обозначит, мы постараемся, то есть, выполнить в установленные сроки. Ксения Кудряшова родилась в Марпасадском районе, росла в большой и дружной семье, в которой было 9 детей. После наступления войны всем пришлось непросто. Братья ушли на фронт, отца расстреляли как врага народа. Женщинам и детям выпала нелегкая доля. Нужно было много работать от зари до зари. С мужем, танкистом Федором Кудряшовым, Ксения познакомилась во время войны. Всю жизнь жили душа в душу, но время неумолимо уходит, оставляя в прошлом героев войны. Совсем недавно не стало и Федора Кудряшова. Но Ксения Сергеевна старается не грустить, и в этом ей всегда помогает песня. Были с барыней долги от Кубани до Волги, мы коней поднимали в поход. В скором времени в квартире Ксении Кудряшовой начнется ремонт. Как отметили представители «Единой России», проблем у ветеранов немало, и молчать о них нельзя. Ветераны могут обратиться с интересующими их вопросами в общественную приемную. Эти вопросы, они будут рассмотрены с выездом на место, и, конечно, будут приняты соответствующие меры. Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, конечно, могут положиться на общественную приемную. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика.